26 декабря отель «Арт Москва» распахнул двери для второго курса Академии «Молодвеч». Итак, друзья, посмотрите, кого мы поймали. Человек-легенда Евгений Холмский, золотой голос группы Турбомода. Здравствуйте, Евгений. Да, всем привет. То есть, когда говорят легенда, мне хочется сразу пойти в мавзолей и лечь рядом, полежать. А место уже занято, поэтому подождем. Не время. Хорошо, кстати, сказал. Евгений, вы, наверное, с нетерпением ждете будущего года. У вас, наверное, куча целей, творческих планов. Какие-то, может быть, у вас концерты, мероприятия. Может, вы нашли какие-то новые каналы продвижения или выхода на новые аудитории? Ты знаешь, ну, я на самом деле зануда большая очень. И у меня как бы дни не зависят там, от праздника до праздника или от концерта до концерта. Вот у меня как-то жизнь течет, и вот так вот она течет. Я даже не праздную свой день рождения. Поэтому. Но так как это принято, и люди празднуют, естественно, мы как артисты приезжаем и создаем некое настроение. Вот. Поэтому по поводу творческих планов, ну, этот год я не выгоняю из своей жизни, не провожаю, он был, спасибо ему огромное, это большой опыт для нас, для всех. А в следующем году у нас, у меня и еще одной певицы, мы сделали совместную песню, дуэтную, и вот в следующем году выходит клип и песня сама, поэтому, скорее всего, Melon Rich будет приглашен в качестве информационного спонсора. Для шеи? Да, это для шеи. Также здесь крутятся ролики. Это вообще дорожное, его можно в путешествие куда-то с собой брать. Здесь ролики можно регулировать. Пошире, поуже делать. Это отличный подарок на Новый год. Попробуйте. И здесь вы держите, сами выбираете, как давить, помягче. Просто в разные хорошо. Стороны. Здесь такое интересное в коробочке, что вы приготовили нашим девочкам? А приготовили мы им очень-очень много интересных бьюти-продуктов из Южной Кореи. Это гидрогелевые патчи, альгинатные масочки для домашнего применения, но состав у них так же, как и у салонного применения. То есть профессиональный состав и также сыворотка замечательная с морским коллагеном и гиалуроновой кислотой, что позволяет нам буквально за 15 минут
преобразить свой образ и быть великолепными на любом мероприятии. А что значит альги, как вы сказали? Альгинатная. А что это значит? Альгинатная – это масочка на основе водорослей. Состав идет полностью с водорослями. И также компоненты активные, как гиалуроновая кислота. У нас здесь также золото коллоидное представлено. И также коллаген. В следующем году хочу пожелать девчонкам, которые принимают участие в Mellon Rich, всего самого-самого лучшего. Оставайтесь такими же яркими, восхитительными, добрыми, настоящими. И, конечно же, пользуйтесь косметикой La Maison. Расскажите ваши творческие планы. У вас, говорят, какой-то трек вышел, клип, что-то сногсшибательное. У меня вышел не просто какой-то трек, у меня вышла песня «Три желания», которую я подкрепила очень прикольным видеороликом. И сейчас клип и песня за 3 недели каких-то набрал масштабов таких очень серьезных. Покорила уже очень много сердец. И я получила большое признание. Я очень рада. Для меня как бы вот заканчивается этот тяжелый 2020 год, да, про который все говорят много плохого, все расстроены, все огорчены. Для меня это главный год, потому что, наверное, сейчас, вот в этом году вышел мой главный хит, первый. Поэтому все плохое забывается, все хорошее помнится, конечно же. Девочки, вы все большие молодцы. Я вам желаю еще больше самоуверенности, любви к себе и, конечно же, признания. Пусть улыбка с ваших лиц не сходит никогда в жизни. Любите себя и этот мир. Улыбайтесь Вселенной, и она обязательно ответит вам взаимностью.